века, то есть М.
означает учитель, а имя Арун Эр Равин. Стихи он начал писать рано, и в возрасте 15 лет был замечен старым, очень известным в те времена критиком Владимиром Васильевичем Стасовым, который взял его за ручку и из прошлого века перевел в следующий неведомый. Всячески ему покровительствовал, помог ему устроиться в одной из лучших петербургских гимназий, по окончании которой Маршак едет в Англию заканчивать образование в университет, где изучает историю искусств и языки. В то же время путешествует по Англии. Путешествует по Англии, наслаждаясь изучением английского языка от жителей, от народа, английским фольклором, который потом так отзовется во всех его переводах Бёрнса, Стивенсона, Лира. Там же он впервые сталкивается с таким явлением, как скауты. И оно его очень заинтересовывает. Он проводит с ними несколько месяцев, несколько лет подряд. И интересно, что потом, когда он возвращается в Россию, а это время уже гражданской войны, то в России этот опыт ему пригодился. Он начинает как-то помогать и обустраивать беспризорников, которые после революции и гражданской войны появляются на улицах городов. Его отец, он химик, маловар, переезжает в то время вместе с семьей в Екатеринбург. В то время Маршак еще сотрудничает с Деникинской газетой, одной из Деникинских газет. Но занимают город Красные, он становится Краснодаром, и как-то судьба обходит Маршака, и он остается нетронутым. Более того, учитывая его заслуги при помощи детям бездомным в городе, его назначают на место, на первую его позицию в этом направлении. Он получает место, это важно, заведующего секцией детдомов и колоний Краснодарского отдела народного образования. Это 1920 год. И что он в первую очередь с ними организовывает? Театр. Он создает театр с этими детьми и пишет пьесы, создает репертуар, сначала используя сказки, а потом начиная писать свои собственные пьесы. Потом очень еще интересный момент, что пишет он их не один, а вместе с Елизаветой Ивановной Васильевой, которая никто иная, как мистическая личность Серебряного века Черубина де Габриак, в которую были влюблены почти все поэты Серебряного века, из-за которой влюбленные в нее заочно, не видевшие ее до того, дерутся на дуэли Волошин и Гумилев. И вот именно с ней они пишут пьесы для этого детского городка, потому что театр к тому времени разрастается и превращается в целый детский городок, где библиотека, школа, кружки. Даже ходили шуточные частушки про них. Пишет пьесы нам Маршак вместе с Черубиной. В старину играли так, лишь на пианино. Нет резонов никаких им писать совместно. Кто неграмотный из них, это неизвестно. Детский городок стал целым событием в Советском Союзе того времени. Этот театр, созданный на основе этого городка, был одним из первых детских театров. И им заинтересовался никто иной, как Луначарский. Он говорит, что Краснодарский детский театр – это явление всероссийского масштаба. И тут же отзывает Маршака и Васильеву в Петроград. Сначала Маршак работает в ТЮЗе, затем в детском журнале «Новый Робинзон» и, наконец, руководит редакцией ленинградского детгиза. Так сценарист театра для беспризорников превращается в ведущую фигуру советской детской литературы. Ты смелых зверолова! Охоться весь спеса. На ними полный месяц сияло на небеса. Смотрите, это месяц, зевнув, сказал один. Другой сказал, тарелка. А третий крикнул, блин.
смелых зверолов бродили целый день. А вечером навстречу к ним выбежал олень. Один сказал мне слово, под кустанки они. Другой сказал корова. А третий крикнул пень. Три смелых зверолов сидели под кустом. А кто-то на березе помахивал хвостом. Один воскликнул белка, стреляй, чего глядишь? Другой сказал собака, а третий крикнул мышь. Довольно, старушка! А Пудель не рад и просит подарки отправить.